Вам выбрали старшего помощника? Нет. Нет. Чего там? Нет. Тебе известно, что на тебе части мистера Картофелина? Простите, а можете буквально на два шага правее встать? Что? Буквально чуточку, а то там как-то пусто и... Да, вот сюда, супер. Попробуй. Стой, не васаби! Нет. Это что, Стёп? Он же просто... Он всё схавал. Мужик, ты как? Я не чувствую дискомфорта. Какого хрена? Что с твоей ногой? Он ампутировал её, пока я спал. Ха-ха, попался. Чё? Только пережил тяжёлый развод, долго пробыл в депрессии. Жена мне изменила. Господи, даже сейчас про это будешь? Вы не заинтересованная сторона. У вас есть жена? Что? Боже мой, ты что? Ты хочешь узнать у него о нашей... Я тоже время выигрываю. Ваши документы, живо! Я забыла свои в других брюках. А я бы не хотела показывать, я очень плохо вышла. Точно, она вся такая блестящая и гадкая, будто ее маслом намазали. Чего? Ты же справишься? Да. Почему ты сказал это выше обычного? Что? Серьезно, ты такой, да? Да, нет, все в норме. Тогда почему твой голос... Да не боись, все пучком. Здесь не меньше 10 000 файлов. Что за звери эти реалити-шоу? Отвлекаю. Господи боже. Hey, little girl, I wanna be your boyfriend. По-твоему, так не привлекают внимание? Нет. Нет. Ай, черт. Прости, чувак, ты цел? Ну я все путем, Кэп. Петку можешь. Извини, Кайл, тебе что, неудобно, да? Знаешь, тогда что? Возьми свое... О, да тут начальство. Капитан, командир. Как дела? Привет. Давайте музычку в лифтах включать. Такое съешь? Ну все, Гордон, заканчивай, он же поранится. Тогда решим все по старинке. На дуэли? Раз ты так хочешь. Нет, сеньор. Мы сразимся в танце. Стоп, в чем? Чё? Я не понял, как это. А как же дуэль? Эй, полегче. Мы тут на рубеже исследованного космоса, а ты решила напиться? Назовем это праздничным бокалом. Ладно, хрен с ним, давай. Очень ярко. Айзек, можешь уменьшить яркость?